До 15 лет лишения свободы грозит участникам преступной группы, которые в сентябре прошлого года грабили ивановские магазины. Ленинская прокуратура уже направила уголовное дело в суд. Пятеро молодых людей работали довольно слаженно. В масках они врывались в торговые точки и, угрожая оружием, забирали выручку. 100 тысяч рублей было похищено из магазина на проспекте Строителей. И это была самая крупная нажива банды. Все молодые люди вину свою признали. Примечательно, что из пятерых ранее судим был только один. Органами следствия были установлены лица, которые причастны к совершениям данных нападений. Им оказались пятеро жителей города Иваново, 20-22 лет. Данные лица, как установлено следствием, объединились для совершения данных нападений в организованную группу. Были выявлены два предполагаемых лидера данной группы. Они распределяли роли участников банды.